ласточки летают низко, мне в суде корячится вышак. Секретарша, гимназистка, исписала два карандаша. Шевелил судья усами, причитал, навеки посажу. Ай, разбирайтесь, суки, сами, я вам слова больше не скажу. Был июль, вторая смена на заводе, помню, как сейчас. Кто-то хлопнул бизнесмена и подкинул мне его на бас. А на утро у забора тормознул знакомый воронок. И за мной без разговора в камере защелкнули замок. А на утро у забора тормознул знакомый воронок. Разговора в камере защелкнули замок. Ой, мама! Капитан мое вел дело на допросы строго каждый день. Ой, как мне слушать надоело эту ментовскую дребедень. Он кричал: «Нашли перчатки и носи на вале пистолет». И чесал про отпечатки и про то, что алиби-то нет. Я не выдержал, бля, буду, бизнесмена я не убивал. Ну докажи ему, верблюду, он на все на свете наплевал. Я ж как месяц под надзором, капитан тому был сильно рад. И чтобы получить майора, на меня повесил он жмура. Как месяц под надзором, капитан тому был сильно рад. И чтобы получить майора, на меня повесил он жмура. Санта, мать бедняга, на меня свирепо косит глаз. Но я ж не киллер, я бродяга, хоть и на скамье не в первый раз. За меня спросите в зоне, поднимите милицейский лист. Но не в крови мои ладони, я по кошелькам специалист. Ласточки летают низко, мне в суде корячится вышак. Секретарша, гимназистка, исписала два карандаша. Шевелил судья усами, причитал, навеки посажу. Ай, разбирайтесь, суки, сами, я вам слова больше не скажу. Шевелил судья усами, причитал, навеки посажу. Да разбирайтесь, суки, сами, я вам слова больше не скажу.